Это у нас третья глава прохождения. Дополнение Secrets of the Maw. The Residence. Кого? Нашли. Тебя не смущает, если я буду фонариком светить на тебя? Понял. Здесь есть плиты, кружок, треугольник, квадрат, наверное. Какой-то там глазоглобус. Туэтка. Я понял. Пока не трогаем.
и ничего не произошло. Фонариком. Фонариком надо было посветить. Такие места мы обычно по-быстренькому пробегаем. Отличная семейка. Так, здесь у нас какие-то кнопки. Либо всего 5 нажатий. С 5 любой нажимаем, и у нас все выключается. Хорошо, значит, нужны какие-то определенные. Наверное, надо здесь смотреть. Так, как я понял, нам надо подсветить те портреты, которые изображены здесь. То есть у нас... Смотрим... С носом. Так, ну два точно там есть. Вот этот второй есть. Так, и вот этого я видел. Носом есть такой. Так, вот там есть какой-то прической. Вот этот. Так, у нас остался такой, такой. Так, но он тот есть. Вот этот. Прошли. Возьмем.
детишки. Это у нас треугольник. Идем искать еще две. Здесь кто-то выглядывал. Так, здесь что-то с книгами. Треугольник. Так, вот здесь есть треугольник. Ромб. Есть где-нибудь ромб? Так. Круглый. Здесь круглый. Эта дверь должна отодвинуться по следам. Так, а вот же ромбик. Так, еще одна статуэтка. Это, наверное, надо туда поставить, в левую комнату. Она как раз таки квадратная. Леди гейша, наверное, свалила, да? Понятно.
Так, все. Бегайте, но не мешайте. Так, ну здесь будет где-то третья статуэтка. Не получилось. Так, попробуем пробежаться. Мы успеем. Так проще. Сработало.
бутылка тут. Так, еще одна статуэтка. Испугал, что ли? Я лучше в темноте побегаю. Я не вижу, куда бежать. Придется с фонариком. Я тебя вижу. Так, дверь не открывается. О, здесь открыто. Так, теперь, походу, там открыто. Нас превратили в гнома. Такой смотрит вниз. Я не хочу прыгать.
Финал очевиден. Понятно, что с нами произойдет. В таком случае можно еще выпустить DLC про кого? Про крысу. Ну и, в принципе, про каждого гнома. Благодарю всех за просмотр. С вами был Народ.